серьезно. В этом доме творятся ужасные вещи. Ты думаешь, что же, что я? Не знаю, что думаешь ты, но я уверена, что мы живем в доме со злой колдуньей. Гостинцы тебе привезла. Спасибо. Пойдем, как ты тут без меня? Все хорошо. Да, я тебе хорошо. Нормально, ну и прекрасно. Сейчас мы с тобой все будем. Ну что, друзья твои приехали? Да, все собрались уже. Успели напугаться соседскую девочку. А, Дилю? Ну? А чего ее бояться-то? Ну, немного странная. Вот и у меня тоже немного странная. А я-то чего странная? Ну, в детстве, ты помнишь, до 5 лет кусалась. Ужас! Бабушка, зачем старое-то вспоминать? Ладно, ладно, ладно. Не буду. Так, иди зови своих друзей. Будем пить чай. Ой, девочки, я как вспомню эту девочку вчерашнюю, меня аж дыхание перехватывает. Я вообще не понимаю, почему чужие дети могут так вот просто зайти в дом и взять там конфеты. Бред какой-то. Ой, Маш, тебе что, конфетку жалко? И не жалко, только я должна сама тебе дать конфеты, а не ты должна их взять. Сегодня, кстати, бабка приезжает. Диана говорила, что утром. Надеюсь, она не узнает, что мы в их комнате шарились. Да, будет неприятно, если она узнает. Девочки, пойдемте чай пить. Бабушка уже приехала. Хочет с вами познакомиться. Пойдемте. Ведьма приехала. Сейчас она нас всех просканирует и диагнозы поставит. А вот я не боюсь. Если я и чем-то больна, то только любовью. Господи, пойдемте уже. Знакомься, бабушка. Это Полина, Маша и Луиза. Это наши девочки. Ай, какие хорошенькие. Ну, здравствуйте, девочки. Садитесь, не стесняйтесь. Сейчас чай пить будем. С клубничкой попьем. Спасибо. Ну, скажите, как вы провели ночь в этом доме? Всем ли было удобно? Спасибо, бабушка. Все хорошо. Точно? Да, только нас ваша соседская девочка напугала немножко. А, Диля, так она не со зла. Со зла она только ест. Да бабушка так шутит. Ба, не пугай их, они и так испуганы. Ну не бойтесь, не бойтесь. Нечего бояться. Пока. А где ваши мальчики? Они пошли встречать Семена и Данила. Они на автобусе должны были приехать. Хорошо, хоть не на телеге. Диана, мы руки пойдем помоем. Хорошо. Девочки, мне определенно эта бабка не нравится, особенно этот смех ее. Полина, мне кажется, ты несправедлива. Ты нормальная бабуля? Я тоже так думаю. Шутки у нее, конечно, так себе, но ничего такого я в ней не увидела. Вы еще вспомните меня. Я уверена, мы с этой бабкой долго не протянем. Меня Егор спасет. Если хотите, вас может. Я с ней поговорю. Как бы тебе не пришлось Егора спасать. Ладно, пойдемте, там, наверное, уже мальчики приехали. Ой,
смотри, Егор. Ой, Полин, хватит, а! Я не играю. А, понятно. Дайте пару найдут. Ой, прикольно. Ну как тут? Есть хоть чем заняться? Ну, вроде есть там бассейн, мангал. Можно даже шашлык пожарить. Да, можешь ты шашлык пожарить, а могут и с тебя. В смысле? Да, Дианкина бабка вроде ведьма, так что будь начеку. Ой, я бабок не боюсь. Конечно, ты их не боишься. Ты их любишь. Ну, ну тебя. О, пришли. Привет. Привет. Вот, привели вам двух опоздавших. Лучше бы оставили их там, где они лежали. Мы вообще-то не лежали. Мы с Семеном помогали нашему тренеру в спортивном лагере убираться. Да ладно вам, а чего вы такие неприветливые? Да Полина нервная, потому что боится привидений. Это что-то новенькое. Я привидений очень люблю. Ладно, я пойду бабушке помогу. Теперь серьезно, в этом доме творятся ужасные вещи. Сначала мы зашли в бабкину комнату, в которую нельзя было заходить. А потом Луиска прочитала заклинание. Потом начался гром, а потом эта девочка волосатая маленькая. В смысле волосатая? Как медведь? Ты что, дурак? Как в фильме «Звонок». А, так там она из телевизора вылазила, а здесь откуда? Не знаю, откуда она вылезла, но она вот так вот стояла и смотрела на нас. Да что вы ее слушаете? Ей уже 100 раз сказали, что это Диля, соседская девочка. Она часто к бабушке Дианы приходит. Ага, тебе еще и не такое скажут. Я знаю, что делать. Что? Надо бабку разоблачить. Блин, ты Шерлок Холмс, что ли? А то! Давайте включим диктофон и положим его в комнату бабки. Если она там что-то будет колдовать, мы сразу все услышим. А если мы услышим, что она там храпит? Или еще что-то похлеще? Тогда, Полин, тебе придется включить эту запись и извиняться на коленях при бабке. Ну уж нет, до такого точно не дойдет. Я уверена, что на записи будет что-то ужасное. Доверьтесь моей интуиции. Вот и идите, ставьте свои диктофоны. А мы пока чай попьем. Пошли. Ты уверена, что сейчас бабка не придет сюда? Не знаю, она там, кажется, чем-то с Дианой занята, не должна вроде. А где ж твоя интуиция? Давай иди уже, я на шухере постою. На шухере? Откуда ты такие слова знаешь? В кино видела, иди уже. Ну что там? Ты сама послушай. Ну я же говорила. Ты думаешь, что же, что я? Не знаю, что думаешь ты, но я уверена, что мы живем в доме
со злой колдуней. Как бы смешно сейчас это ни звучало. Да уж, в 21 веке злая колдунья, это, конечно, забавно. Ничего смешного. Что тут у вас? Вчера мы с Семеном провели спецоперацию и записали кое-что для вас. Ничего не понимаю. Какой-то шепот. Это не шепот, это бабка читает какой-то заговор. Да какой заговор может читать старушка? Может, у нее там колено болит или поветрие? Какое еще поветрие? Но это когда ветер надует, и потом спина болит. Вот она и лечит ее всякими заговорами. Ага, ну давай сейчас будем придумывать еще всякие оправдания. Я окончательно убедилась, что здесь что-то не так. Надо рассказать Диане и сваливать отсюда. Вам не кажется, что Диана может обидеться? Вот именно. Мы приехали к ней в дом и устроили тут расследование. Очень неприятно и обидно ей будет. Ребят, мне страшно. А когда мне страшно, мне не до вашего культур-мультур. Сейчас Диана выйдет, и я включу ей эту запись.